Первым этапом специализированная машина забивает железобетонные сваи. Размер свай зависит от грунта. Далее производится монтаж окладного бруса из лиственницы и крепление его на анкеры к сваям. Брус обрабатывается антисептиком. Следующим этапом монтируются панели пола и террас, изготовленные на производстве. Панели пола имеют полную степень готовности под настилку финишного покрытия. Стыки имеют комбинированное утепление, теплоизоляционный материал снизу и пенополиуретановая пена сверху. Затем устанавливается полностью готовый душевой модуль, включающий в себя отделку керамогранитом, все инженерные коммуникации, инсталляцию с унитазом, душ, тумбу с раковиной и всю сантехнику, а также освещение и бойлер. Далее производится установка перегородок и перекрытий второго этажа, лестницы. Все панели имеют полную финишную готовность. Дерево отшлифовано и покрыто маслом. Следом устанавливаются фермы панорамного остекления, а также декоративные балки дома. Они могут иметь различные варианты исполнения от бруса сечением 100 на 200 мм до шпанированных накладок сечением 100 на 32 мм. После производится монтаж стеновых панелей с готовым финишным покрытием как с внутренней, так и с наружной стороны, установленными электропроводкой и розетками. А в рамы вставляются энергосберегающие стеклопакеты из закаленного стекла и монтируются двери. Завершающим этапом устанавливается система инфракрасного теплого пола, а также финишное покрытие в виде ламината, кварц-виниловой плитки либо паркетной доски. Соединяется вся электрика и инженерная система дома. На все этапы монтажа уходит порядка 5 дней. Дом готов к установке мебели и началу эксплуатации.